Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Wonder Blade. Как вы помните, да, в прошлой серии мы с вами сели на корабль пиратский и поплыли. После этого нас поймал Кракен, разбомбил нам корабль. Мы, естественно, Кракена наказали за это. И вот теперь у нас миссия возле разбитого корабля. Ну что же, состоит она из двух этапов. Поехали, будем смотреть, ребята. Будем разбираться, что нас тут поджидает. Ну... Так, ага, мы с вами занырнули под воду, вот оно что. Пираты, ребята, тут вот прикольно так все сделано. Так, у нас гарпун в руках, и вот так вот мы можем с вами без остановки стрелять, это хорошо. Это меня уже радует, монетки. Так, а я не понял, ребята, мы только стрелять можем, да, у меня не хилочек. Ой, тихо. Тихо, рыбки. Понятно, рыбки изи. Так, акулы тут еще, смотри. Нормуль. Пока все нормульное у нас идет. Так, никаких сложностей пока я не вижу, ребята. Мы строчим как из пулемета с вами эти рыбки и вся ерунда прочая вообще нам не в указ. Тихо, это что такое? Что это? А, это, ребята, у нас морские ежи, да? Которые разрываются при выстреле. Понятно. Ладно, монетки, монетки. Главное, ребята, монетки. Да куда ты? А-а-а, попались. Ладно, фиг с ним, бывает, ребята. Он как-то под водой немножко управляется тяжеловато, если честно. Не так, как по земле, когда бегает. О, а это что? Что это? Так. Да ну, хорош. Да хорош. Так. Да я проплыву, проплыву нафиг. Фу, обалдеть. Так, ну, вроде бы проплыли. Так, тут еще какие-то медузы. Медузы, ладно, попробуем, ребята. Ага, они расходятся и сходятся. Значит, нам нельзя, ребята, за этой монеткой заплывать туда. Иначе можем попасть в ловушку. Я так понимаю, да? Они нас просто там зажмут и... Фиговенько нам будет. Ладно, проплывем вот так, как я сейчас делаю. Поверху. Так, тихо, погоди. Отлично. Так, что дальше? Опять акулы, да? Ладно, акулы это, я считаю, ребята, как и рыбки, тоже ерунда полнейшая. Изи. Вот и рыбки. Нормуль. Слушай, если такой весь уровень будет, мне вполне нравится. Мне нравится, как здесь оформлено дно морское. Смотрите, ребят. Ой, тихо, тихо, погоди. Ведь их можно не трогать, так ведь? Или обязательно подбивать? Не пойму пока, ребята. Я, наверное, могу над ними проплыть. Нафиг мне их трогать. Лишний раз рисковать. Так здоровья мало, я так понимаю. Захиляться мне тут никто не даст. Ни аптечек, ничего здесь нету. И еды, как я вижу, тоже, ребят, не выпадает. Оу! Морская звезда, ребята. А, так это еще и босс. Ребята, это босс. Это у нас, оказывается... Да что ты, Рэй, делаешь, ну? Давай, босс-то изейший. Нет, ты посмотри, что мы делаем. Мы просто с вами тупо попадаемся под эти лучи. Тихо, да, ё-моё, ну... Ну, пошло, поехало, как говорится, да? Ладно, расстреливаем, ребят. Еще пока здоровье есть, не стоит расстраиваться. Мы можем вот так вот с вами юлить. Да, вот так вот, наверное, будет оптимально у нас. Короче, на последний луч подготавливаться, после него подниматься наверх. Вот, точно, вот это вот, ребята, идеальная, по-моему, стратегия. Ага. Все, кажется, я понял, как надо с этой звездочкой справляться, ребят. Вот так вот просто... Оух! Просто говорю юлить, а сам совершаю ошибки. Да зачем ты так сделал? Ну, что-то он меня, ребята, из колеи просто выводит из себя. Да, еще одно попадание, и мне хана, ребят. Давай, давай, аккуратненько. Аккуратно, Рэй, аккуратно. Не подставляйся, я надеюсь, что... Есть! Фух! Ребята, я подбил этого босса. Посмотрите, сколько у меня здоровья осталось. Так, ну я так понимаю, это не конец. Ага, мы с вами заплываем в разбитый корабль. Но у меня здоровья мало. Или меня сейчас восстановят? Не знаю, посмотрим. Ну, ХП покажи. Да, ребят, мне восстановили здоровье, все, отлично. Продолжаем. Да ну, хорош, опять эти вулканы.
Так, в принципе, ребята. Да ладно. Так, продвигаемся. Да ну хорош, ребята. Господи, вот еще и медузы. Ладно, с медузами мы с вами разобрались, как нужно тут проплывать. В принципе, ничего сложного здесь нету. Блин, что такая музыка напряженная, черт подери. Я сам весь как камень напрягся. Ладно, морская звезда это был, по идее, изейший босс. Надо было просто нормально играть, и все было бы хорошо. Ага, акулы. А вот то, что у меня уже половина здоровья нет, вот это меня совсем, ребят, не радует, если честно. Вообще. Так, рыбки. Всего лишь два этапа, а почему так мало, а, ребят? Почему уровень всего состоит из двух этапов? Мне не нравится, только не говорите, что, ребята, уже скоро будет конец игры. Пожалуйста, не надо мне вот этого говорить, не надо меня расстраивать. Так, я здесь... А, тихо, акулы, ёлки-поки, я их чуть не прозевакал. Так, ну здесь мы прошли. Опа-на! Чувак! Так. Ага, увидел меня, да? Босс, ребята, это босс. Так, что, что он делать будет сейчас? Я не знаю, что он будет сейчас делать. Так, он бомбит по меня. Ну, пытается... А, достал. Слушай, да ладно, что, такой вот изейший босс, что ли? Да ладно тебе, Рэй, ну хорош ты. Что он там орет? Что он призывает? Какие-то бочки, ребят. А что бочки-то делают? Понятно, бочки меня еще подбивают. Ладно, хорошо, давай. А как мне тут... Да ну ладно тебе, завязывай уже, а, Посейдон. Что-то там рыб призывает. И он еще при этом стреляет. Ёлки-палки. Царь морской, успокойся, пожалуйста. Пожалуйста, угомонись. Опять бочки? Нет, рыбы. Опять рыбы. Ребята, я, блин... Я попадаюсь под эти шары, под его противные. Блин, можно было бы здесь как-то ульту зафигачить? Я бы ему, ребят, зафигачил. А может быть, можно? Давай попробуем. Нет, ребята, зачем я подплыл? Я, честно говоря, думал, что можно ульту применить. Нифига нельзя. Так, довольный. Рисует сам себя. Такой довольный. Это рыбка такая еще стоит. Так, они меня сейчас увидят, да? Ага. Ну и все, конечно же, испугались. А Посейдон, естественно, псих. Психанул, взялся за свой трезубец и начинает, ребят, меня тут доколупывать. Погнали. Нужно как можно больше повреждений нанести ему, ребят. Опс, зачем так надо было делать? А, Рэй, вот объясни мне, зачем ты так стал делать? Что? Бочки. Ребят, начинается с бочек все. Так, увиливаем, увиливаем между бочек этих. Отлично. Видишь, самое главное, что он стреляет только по прямой, ребят. Он не может там вниз, вверх или еще куда-нибудь. Опять бочки. Так, погоди, посмотрим сейчас, куда бочки. Вот если которая тут упадет у нас в угол, это будет плохо. Но тут хорошо, ребята, все. По-моему, вот это вот меня задевает постоянно бочка, да. Отлично. Погнали бомбить его. Опять ты со своим бочком? Ты достал, ты в тот раз намного меньше вызывал бочек-то, ёпрсте. А сейчас ты что-то вообще, смотрю, раздухарился, парнишка. Вообще раздухарился. Так, ладно, сейчас. Рыбы? Да, рыбы вызывает. Это хороший, ребята, момент, блин, подбивать его. Так, пробуем, ребят, пробуем. Бомбим его. Наверх он не может стрелять, поэтому лучше наверху стоять. Опять рыбки? Опять рыбки. Так, секунду. Вот так вот я буду делать. Ну его нафиг. Нарываться еще на него. Бочки? Нет, рыбки? Отлично. Пускай лучше рыбки, ребята, будут. Пускай лучше будут рыбки, чем бочки, на самом деле. Да ёпрсете, ну. Надо ему еще попадать-то в определенную точку, что ли. Так, а вот уже, ребята, и бочки пошли. Так, тихонько. Ой-о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 й
Так, у него немножко, ребят, здоровья осталось. У него совсем немножечко здоровья осталось. Так что не расслабляемся. У нас еще есть шанс на 2 или 3 ошибки до того, как мы тут отдуплимся. Хотя нет, больше намного. Но в любом случае я его должен, ребят, здесь вот сейчас ушатать. Так, ну, последний, ребята, выстрел.
Е-ки-ё! Ну что ты, что ты, что ты, что ты, что у тебя там случилось, роднуля мой? Все, прошли, интересно, или нет? Всего два этапа, ребята, здесь было. Так, и мы плывем куда-то, непонятно куда. Ага, выплыли. Так, и что дальше? Это еще что там такое, ребят? Это еще босс, что ли, сразу же? Ёлки-палки, удилищик, по ходу дела. Ладно. Ты посмотри, что происходит, ребят. Посмотри, что происходит. А нам что, мы не двигаемся, ребят, мы ничего не можем сделать. Нет, мы якобы отрываемся, да? Пытаемся оторваться. Я не знаю, что у нас получится из этого. Мне кажется, он меня сейчас проглотит. Да, ребята, он меня проглатывает. Ядрить его на корень. Продолжение следует. Понятно, ребята. Ну и как я вам и говорил, что разработчики будут дальше делать эту игру, дальше ее развивать. Так что... Да, ребята, как-то слишком коротко у нас, да, получилась эта серия. Я не думал, что вот так вот все получится. Ну и, соответственно, ребята, как вы видите, тут у нас дальше будет поля уже, в принципе, готовы, карты. Тут у нас и замок есть, тут есть и пустыня. Все это будет, но позже. Не знаю. Надо смотреть на их сайте, когда у них будет разработка. Эта игра еще, кстати, выйдет в Стиме в скором времени. Так что все любители такого жанра битэмап игр могут ее поиграть потом. Ну что же, нам с вами ничего не остается, как закруглиться, да, ребята? Мне эта игра очень сильно нравится. Прикольная, веселая. У меня еще, ребят, смотрите, четырех шляп нету. Единственное, мне вот это вот взбесило то, что... Что такое? Нет, не надо сбрасывать прогресс. Этого еще мне не хватало. Вот. Ну что, дорогие друзья, будем с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Кто, если быстрее меня, узнает, что есть вышло обновление или продолжение этой игры, обязательно пишите мне в комментариях, и сразу же приступим к дальнейшему ее прохождению. Так что всем пока, удачи и до новых скорых видосиков.